Ребятки, мои любименькие. Что-то довольны судочки? Да, сегодня пойдем рыбу ловить. Да, вам вечером поснимаем. Будем жарить. Да, поснимаем. Хорошо. Да. Мы сегодня пойдем куда? На рыбалку. Посмотри. Все. На рыбалку сегодня пойдем, нам зынту. Если мы успеем, конечно. Будем ловить рыбу. Если не успеем, то завтра. Все, пока. Ой, не пока. Еще сейчас будет репортаж. Мы пришли в Ривьеру. Основана в 1998 году. Мы-то здесь уже были. Маму поведем. Мама ни разу не была. Так что все, мы заходим. И вот. Карусели, все дела. В общем, мы пришли. Здесь вот. Тигр, пальмы. Это Евгений и мама. Пойдем. Это аллея роз. Розочки тут растут. Посадили специально тут розочки. Либо они отцвели, либо за ними не ухаживали. А, дождь же был, вот они и отвалились. Смотрите, какие большие розы вообще. И платья красивые. Смотрите, ребят, есть такие красивые платья. Можно сфоткаться, поиграть. Рыбку, смотрите, они какую. Снимают, вот так вот, смотрите, она жрут нас. Смотрите. Смотрите, как рыбки. Ой-ой-ой. Они вообще, смотри, почему же подушку не нету, все дырки. Они где-то, наверное, голодные, где-то нет. Почему они так ее облепили? Нет, это зависит еще от ног. Такое ощущение, что ты куда-то попал, они сейчас тоже рыбку. Рыбки нравятся, очень нравятся. Я каждый день ищу. Рыбки вообще сейчас щекочут. И мы тут сидим, и я тут сижу, и Визи тут сидит. Визи поела уже? В общем, принесли нам Додо пицца. Вот смотрите, как в Сочи подают, и как я вам снимала, как у нас. Вот мы, смотрите, просто взяли, ничего не подписано. Что за пицца просто? 200 вместе. Ну, короче, сейчас будем открывать. Давай первый открывай, посмотрим, что там. Вот, в общем, смотрите, тут даже не мясо, толком ничего нет. Как мало все кладут. Смотрите, пицца номер 2. Это пицца супер мясная. У нас в Иркутске, конечно, кладут они больше мяса. И мы просили пиццу не тонкую, а традиционную. А нам сделали тонкую. И очень-очень острая. Хотя та тоже у нас острая, но здесь вообще очень острая. В общем, мы поели пиццу. Смотрите, нам какую интересную дали пакет. И мы на вокзале. Поедем домой. Смотрите, вокзал. ЖД вокзал. По земле пройдем. Да, пойдем по земле пройдем. Сочинский ЖД вокзал. Мы идем в переход.
поели пельменюги, не смотрите на грязные тарелки, все счастливы, все довольны. Мы что едим? Желтый арбуз! Радостно очень, что желтый арбуз едим. Желтый арбуз. Ели когда-нибудь желтый арбуз? Мы нет. Сейчас мы будем пробовать желтый арбуз. Это новый тренд в Адлере. Кто-то говорит, у кого-то понос, кто-то в восторге. Сейчас мы проверим, будет ли у Андрея Евгеньевича понос или нет. Ну, при чем здесь Андрей Евгеньевич? Кто сказал, что понос? Доедет ли мама до дома? Да, я вот тоже думала, что я туда есть не буду. Это пранк. Кто вам сказал, скажите? Да, шутка юмора. Андрей, шутка юмора. Шуточки. Шутки. Но пахнет вкусно, в общем. Очень такой арбуз, посмотрите, близко-близко. Давайте я сейчас попробую, сразу же вам расскажу, вкусно или нет, на что похож. Да, можно есть, давай, стоит его есть, нет. Арбуз как арбуз, нельзя. Вот видите, самая умная зубочка на свете, вундеркинд. Давай, на что похож? На арбуз похоже. Но не очень вкусно, да? Мне кажется, такой же, как красный. Знаете, на что похож? На кабачки, сладкие кабачки, вот типа такого вкуса. Сладкий кабачок, да? У нас вечерочек. Ну все, провожаем маму. Все, маму уезжаем. Вот так вот. Все, провожаем, дети купаются. Давай. Приходи к нам в Сочи обязательно, я буду скучать. Хорошо. Ждать. Да, на шамбаму, коробка пьет. Приедешь в аэропорт встречать, аэропорт приедешь. Да. Все. Сам приедешь. Да. Позвоню, как приедешь. Да. Поднос, да. Коробка пьет, виноград. Все понятно. И шампанское. И все, все. Все, скажи, Богачева. Скажи Алла, все. Все, Алла. Спасибо большое, давай, пока. До все. Ой, все, пока. До а свидания. Мы придем. До свидания. Конечно, вы. Все, можешь музыку включать. Все, мы пошли. Алла Пугачева провожать. Поехала, полетела. Пугачева полетела. Все, пошли. Пугачев! Ой, тебя никто не спросил. Вот так вот провожают нас. В гостинице Яна. Самый лучший мажор-дом. Все, Андрюша вон тащит чемодан, косметичку. Садимся мы в авто. Приехал, знаем такси, мы едем. Все. На фоне пальм пойдешь фотографироваться, нет? Мы пришли в аэропорт. Смотрите, ребят, какая красота в аэропорту. Вы идите, идите, не отвлекайтесь. Вы уже домой, мы еще на курорте. Так, мама идет, вон деловая колбаса. Все уже, улетаем. И мы идем провожать Андрюшу. Все, мы смотрим музыку. А сердце нам снова Алисеем тропа о земле афганской долго еще думает и тоскует струны по студенам просто.
общем, ребят, послушали музыку. Сейчас вечером пойдем на набережную. Чем идем на рынок, что-нибудь купим поесть. И поснимаем вам. Пойдем рыбу посмотрим. Да. А? Еще рыбу продаем. Мы продавали раньше рыбу. Здесь нет. Вот здесь продают такие всякие зелья. И специи. Всякие разные. И вон вкусности всякие. Пошли Визе корм покупать. В общем, мы идем корм покупать. Визе. Бамбук. Вот бамбук. И мы идем за кормом. Ребят, смотрите, что. Читаете? Просто оптушка. Понимаете, что? Оптушка. То шашлык, машлык, то оптушка. Мы сейчас пойдем праздновать праздник. Что это значит? Мы сейчас пойдем погуляем, что-нибудь вам поснимаем. Так что вот. Мама позвонила, самолет села, все окей, идем в Москву прилететь на встречу. В общем, ребят, идем мы с рынка, смотрите, какая красота. Горы! Вот, смотрите, просто горы. Просто горы, самолеты тут летают, понимаете, что, как птицы. Река, Мзынта, грязненькая. Мы идем домой, к Вигбоне, ко всем идем. Домой, да. Вот вам концерт! Мама уехала. Мы пошли гулять. Посмотрите, как красиво. Ни одного облачка. За 31 день, что мы здесь находимся, это самый первый день, когда вот такая офигенная погода. Смотрите, как все светится. Боже, ни одного облачка нет. Тишина, глаз. Красота. Смотрите, мы пришли в Мандарин, смотрите, как здесь красиво. Звезды. Вот пройдешь через 3 звезды, все, считает, что ты звезда. Какая красота вечером. Шарики. Вообще так завораживают, как будто. Как магнит. Кайф. Пламя, когда-нибудь постынут чувства, ты пустота навсегда отпусти. А я потом притащу искусство, это одиночество любви. Тысячу раз секунду, нежно сердце бьется. So let my people go.